Илья, может, хватит уже играть? Давай задачи порешаем, ведь это так интересно. Галина Сергеевна, ты говорила, что задачи нужно скачать с интернета. Пока они будут скачиваться, я немного поиграю. Я ведь записала пароль на листочке и положила его на стол. Куда же он делся? Кто-то уничтожил мой пароль. Извини, Галина Сергеевна, я играла с этим листиком, и он случайно порвался и разбросался по всей комнате. Обрывки надо склеить скотчем. Гениальное изобретение, человек. Так, посмотрим. Получилось. Интернет не работает. Сейчас, уже почти. Есть контакт. Интернет заработал. Сейчас, уже почти выиграл. Пуговка, может, пойдешь поиграешь в куклы? Моя кукла разломалась и разбросалась по всей комнате. Попробуем отвлечь пуговку куклой. Пуговка, я починила твою куклу. Спасибо, Галина Сергеевна. Теперь помоги мне обыграть Илью, а выигрыш поделим пополам.
все. Теперь ты должен нам с Галиной Сергеевной 20 рублей. Пошли лучше в куклы поиграем. Нет, куколка, мне пора физику учить. Ну, как хочешь. Лежайкин, пойдем-ка заниматься на кухню, пока Пуговка не уговорила тебя играть в куклу. Поздравляем с новым рекордом!